Приветствую вас. Вы знаете, у любого страха, у любой фобии, как сказала моя коллега, есть несколько сторон. Вот. Но понимаете, какая штука? Есть еще и выгода. То есть, когда я чего-то боюсь, то я не просто этого боюсь. Когда я чего-то боюсь, мне выгодно этого бояться. Если бы мне было невыгодно бояться, если бы я не получал выгоду от того, что я боюсь, я бы не боялся, потому что природа, она, ну вот, эволюция, природа, она не терпит таких вещей, которые могут как-то негативно влиять на возможную судьбу человека, на его жизнь, на его состояние. И если я боюсь, и могу бояться, и боюсь, то, скорее всего, мне это в чем-то выгодно. Вот первый вопрос, который вам нужно себе задать. Чем мне может быть выгодно то, что я задала свой вопрос по поводу страха вот в такой форме? Я ведь знаю, что откликнется, ну, какое-то количество специалистов. Я знаю, что они будут говорить, что решат мою проблему, но не могут не сказать, потому что это специалисты, потому что их читают другие люди, другие клиенты. Вот. То есть я знаю, что мне откликнуться. Вот. И тем не менее, я задаю такой вопрос. Максимально общий вопрос. Да? Я задаю. Вот. На что я рассчитываю? Для чего я задаю этот вопрос? Зачем я его задаю? Мне это вот как-то поможет? Или что? Понимаете? Вот мне кажется, что вам бы себе вот в таком ключе поспрашивать себя. Вот. Чтобы попонятнее было. Что вообще происходит. Вот. Потому что у меня появилось достаточно стойкое ощущение, что от своего страха избавляться если и хотите, я верю в то, что вы можете этого хотеть, то с большой опаской. Это нормально, что вы опасаетесь. Я не говорю, что вы не должны опасаться. Вообще-то говоря, если убрать страх, то
мягко говоря, то вы из зоны комфорта своего выйдете. Это правда. И вряд ли это, давайте будем говорить честно, особенно приятно. Вряд ли. Но, тем не менее, раз вы выдаёте вопрос, значит, вы этого хотите, как минимум, на уровне сознания. Вот. Можете, вот вам стоит с этого начать, как я уже сказал. Дальше. Значит, идем дальше. Страх и фобия. А вообще, это угроза, это некая невещенность, это некая уязвимость, с которой человек должен, по его мнению, справляться. Ну вот, да, то, о чем вы говорите. Это работа именно с невещенностью. А что такое невещенность? Невещенность — это некая несформированность, некая неопределенность, некая противоречивость и так далее. Да? Это некая болезненность. Особенно если страх, как вы говорите, нерационален. Ну, вообще надо сказать, что страх редко бывает рациональным. Поэтому здесь я бы вот прям, ну, не сказал бы, что вы здесь как-то вот Америку открыли, да? Да, вы простите меня за, может быть, такую вот, за такое высказывание. Вот, может быть, вам это будет, ну, неприятно как-то, вот, но я думаю, что лучше сказать, как есть, да, вот. Редко когда страхи бывают рациональными. Практически, ну, почти никогда они не бывают таковыми. Вот, то есть это, в принципе, нормально. Поэтому тут вот, когда вы говорите, что у меня там нерациональный страх, да, ну да, по сути, это тавтология получается, да. Вот. Значит, определенная незащищенность присутствует, противоречивость, болезненность и так далее. И, скорее всего, сопротивление. То есть, я буду сопротивляться тому, чтобы изменить свои, ну, свою позицию. Я буду сопротивляться тому, чтобы изменить свое отношение, свое поведение. Вот, потому что если я его изменю, я что-то потеряю. Терять, я, естественно,
не хочу или не хочу, или боюсь, ну да, не особо важно, вот. То есть, проблема вот такая, такого плана. И, соответственно, нужно в этом направлении вам двигаться. Повторюсь на всякий случай, чтобы вы понимали. До тех пор, пока имеет место быть вторичная выгода, до тех пор, пока имеет место быть вторичная выгода от этой ситуации, вы свою проблему, скорее всего, не решите. И от своего страха будете, скорее всего, только лишь отнекиваться, отмахиваться, объясняя себе, ну вот, то почему, например, вы не можете, допустим, выбрать себе специалиста. Ну, это при желании это объясняется все достаточно легко. Вот. Другой вопрос, конечно, в том, что от этого, ну, никакой, как бы, пользы практически нет. Ну, в том-то и дело, что страху, по большому счету, не плевать. Есть какая-то практическая польза от того, что, ну, от того, что он есть или нет. Вот страх, он просто есть, и все. Ему все равно. Поэтому память правильно. Если вы не поверили отзывам, если вы не поверили профилю, если вы не поверили ответам эксперта, которые, ну вот, могли прочитать, да, в его профиле или послушать, как в моем случае, то, скорее всего, вы не поверите и всему остальному. Так что я бы очень хотел, чтобы начали вы именно вот с, ну, с попытки ответить на эти вопросы, которые я озвучил вам. Вот. Надеюсь, что это для вас будет, ну, в достаточной степени интересно, в достаточной степени полезно. Последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это, пожалуй, то, что нельзя просто взять и забрать у себя страх какой-то. Нужно себе еще и что-то делать. То есть, если вы преследуете цель только забрать, я боюсь, что ничего хорошего из этого не получится. Только забирать, значит, ну, по сути, не давать себе шанса на то, чтобы
измениться, потому что человек, человеческий организм не глупый. И он знает, что если ему ничего не дадут, если ему, например, не собирается что-то давать, то зачем тогда, зачем мне что-то делать, ну, чтобы у меня это забрали. По-моему, здесь все предельно очевидно. Поэтому мы сперва постараемся что-то вам дать. Вот, мы сперва постараемся показать, что проблема, которую вы решаете через, например, свой страх, она может решаться и по-другому, она может решаться другим путем, или не обязательно решать так, как решаете ее вы. Вот. И уже тогда, когда вы немножечко, ну, расслабитесь, уже тогда, когда вы немножечко поймете, что, может быть, не все так плохо, причем поймете на самом деле, реально, да, вот, тогда уже можно будет о чем-то говорить. Сейчас пока, к сожалению, вы как любой, и это абсолютно нормально, любой человек, у которого могут что-то забрать, который находится в состоянии угрозы, вы сейчас напряжены. И, на мой взгляд, отчаянно защищаетесь. Но в этом ничего, опять же, такого ужасного нет, в том, что вы защищаете. Ну, в том, что вы можете защищаться, точнее. Вот, ничего ужасного в этом нет. Главное, ну, разбираться в себе. Ну, адекватно. По крайней мере. Вот, вот то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить, да, то как я могу вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. То есть, по каким критериям, да, мы будем выбирать специалиста. Что это за критерии? Довольно важный, согласитесь, момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.